Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Вышел за порог с этой сумкой и так обернулся и говорит: «Мам, мои девочки на тебя!» И ушел. Что мы скажем, Галя, что мы скажем? Я говорю, я сразу обниму ее. Когда мы подошли близко, увидели ее лицо, вот больше года, я все время об этом говорю. Ее спокойствие, ее мужество, ее сталь в глазах, у меня слова исчезли. У меня как будто туда холодную воду налили. И горе, и радость человек со стержнем переносит достойно. Вот в таких, на таких женщинах держится великий Дагестан и прекрасная Большая Российская Федерация. Ну, я помню, к нему в Ставрополь я поехала первый год, когда он обустроился. Ваня Кучинский, его друг, он тоже с ним учился, он вместе жили, потом к нему девушка его приехала, он отделился, и он пришел, и мы там, я хинкал приготовила, поели, пообщались, поговорили, он поехал их отвозить, вернулся, и я помню, он с такой-то: «Мам, Ваня сказал, что мы с тобой похожи и внешне, и характером». И я такая говорю: «Он откуда мой характер знает?» И я помню, с какой гордостью он это говорил: «Мам, ну мы же ВДВ, нас учат. По одному слову мы можем анализ человека делать». В первом курсе, когда первый курс, он всем привез с Рязани. И мне этот десантник, когда я машину купила, она у меня в шкафу была, машину купила, он сам ее поставил и сказал: «Мам, все время носи с собой». Это его десантник. Она мне напомнила русскую березу, не наши деревья, не наши скалы, а именно терпеливую войну, которую пережила обугленная русская береза, которая грустно шевелит ветвями. Я человек, который видел и горе, и радости. И вот сейчас год у меня, мой брат пропал на СВО, мы не знаем ни живой, ни мертвый. Мне говорили: «Поменяй имя, там, другое, там, ну, раз это его родственник». Я не смогла поменять. Я говорю: «Нет, он будет, наверное». Ну, в 14 лет он уже сам: «Мам, ну, не мусульманская. Давай, это не мусульманское имя, я хочу делать твое». Но мне казалось красивее этого имени. Им живой я не достался, птицей крикнет и взлетит. Улетай, душа, не майся, там звезда твоя горит. Будет Россия, будет Дагестан. Будут такие мамы, и что будут герои? Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец. Я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.